расставаться полезно. Вот я и ушла. В город чужой, ненадолго проездом, осень занесла. Лето покинул, в тревожную зиму поезд влетел. Мне расставаться невыносимо, но ты так хотела, я так молила, позови, но ты молчал. Я так молила, удержи, не удержал. Я твой транзитный пассажир, меня, увы, никто не ждал. Ты был транзитный мой вокзал. Ты говорил, расставаться полезно, вот так и сбылось. В жизни твоей побывало проездом, и поезд унес. Там без меня догорают осины, желтая грусть. Мне расставаться невыносимо, но я не вернусь. Я так молила, позови, но ты молчал. Я так молила, удержи, не удержал. Я твой транзитный пассажир, меня, увы, никто не ждал. Ты был транзитным мой вокзал. Я так молила, позови, но ты молчал. Я так молила, удержи, не удержал. Я твой транзитный пассажир, меня, увы, никто не ждал. Ты был транзитный мой вокзал. Я вот иногда смотрю в зал и думаю, боже мой, какая же у тебя все-таки разная публика. Начиная с самых молоденьких и кончая такими солидными, очень респектабельными людьми. А ты сама считаешь, какая твоя публика? Я хотела, чтобы она была самая разная. Потому что тема, вот то, с чего я начинаю концерт, что сама любовь, это тема, она для всех. Я, например, влюбилась первый раз 5 лет. Но это совсем другая любовь, чем та, которую я могу любить сейчас. И то же самое, что девчушечки по 12 лет кричат: «Ира, мы тебя любим, я для них своя». Что у меня в Тбилиси было, вот, я была чуть больше года назад, я сидела человек 5-6, вот знаешь, в национальных шапочках, взрослые совсем дядечки и тетечки, и вот они в платках такие. Что бы я ни делала, они меня не осуждали. Вот мне тогда тоже была такая меточку я себе поставила, что важно держать какую-то грань. И вот если эту грань не переходить, ты будешь доступен всем. И моя мечта была, чтобы меня понимали все. От 5 лет до 75. Я этого хотела, в этом я счастливый человек, я этого добилась. Я не знаю, чем, как. Опять же, с помощью многих людей, с помощью чего-то пережитого мною лично.
Я хочу, чтобы они были самые-самые разные. Помнишь, ты рассказывала, в Ереване тебя мужчины стащили со сцены? Нет, это был один мужчина, который прорвался непонятно как на сцену. Я только опомнилась в тот момент, когда он меня уже крутил, просто крутил по сцене, да, и выбросил как такую какую-то жертву, что ли, вот в ревущую эту толпу вниз. Я страшно испугалась, там была 2-с-лишним-метровая сцена, цементный пол, но меня так очень мягко приняли, спасибо большое. Это все закончилось только несколькими синяками и болью в позвоночнике, но не больше. Такое часто бывает? Ну нет, сейчас, конечно, нет. Сейчас все, видишь, пытается как-то не подпускать, потому что, мало ли, ну, от любви человек может сделать ей плохо вдруг. Перелюбить тоже нельзя. Тебе уже пришлось, наверное, все концертные залы в нашей стране изъездить, уже и за рубежом, ого-го, только где не была. Все какие-нибудь такие впечатления самые сильные от зала, от публики, вот такие, которые ты вспоминаешь, есть? Ну, все равно на сегодняшний день, еще, наверное, надолго, у меня самое сильное впечатление будет от того, что когда я на прошлой неделе вышла в Олимпийском первый раз в своей жизни на свой сольный концерт, пожалуй, я действительно даже не могла об этом. Ну как, мечтать можно всегда, но представить, что это будет, ой, это было так смело для меня. То же самое на этой неделе вот у вас в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день это у меня самые яркие впечатления. Потому что казусов всяких смешных бывает очень много. Это, знаешь, когда нечего больше сказать, вспоминаешь какие-то вот такие ничего не значащие мелочи. А это событие. Я, конечно, пришла к такому событию, как Москва и Ленинград. Я к нему долго шла, я хочу, чтобы это еще не один раз повторилось. Но хватит ли у меня сил, я прямо сейчас тебе скажу, я не уверена. Хватит ли у меня сил, хватит ли возможности все это повторить. Но появилось бешеное желание что-то еще. И еще. И пока оно есть, наверное, мы живы.